Добрый день. Приехали на Шахово, Сергею Виннику, посмотреть голубей. Сейчас они должны, жуки. А ну черные, да? Да. Жучки. Ну, сей голубь подпахал у меня хорошо. Постоянно сей верну. Это старый голубь. А с кем он порован, Сереж? Шустрая, да? Что, подкинуть? Вот это жуки, видишь? Давай, подкинем сейчас. Давай. Паша, а ну на-ка, возьми эдик, кинешь, а я возьму щет. Сейчас. Белый у человека тоже. Да. Севоплёки. Вот так отсюда, Пашка. Он из рук. Кидай, кидай, Паша. Чёрненькие, легкие. Сила сплошное. Я ставил то, чтобы они уже валютно сидели. Ну да понятно, что проверенное. Да. Ну сумма это старая. То, что уже старый, сюда голубь уже. Это так, на вентиляции возьмите. Тут туда и туда. Да ну ветер сильный, что-то, но жмет. Вот это я, кстати, когда засыпать за вот эти фото. Что оставил какая-то для себя. Типа снюки оставил, понял? Я понял. Вообще даже не обката нет эти руки. А это не по румы носил, Сереж? Не-не-не. Это позднюки, да? Да, это позднюки. Ну, красивая синенькая. А это... Перлиняет, будет красивая. Тем более, это что... Я оставил для себя. Голуби легких, хотя и кормите уже хорошо. Ну, ветер весь, их поддавливает сюда, это ветер не палки туда. А жучки эти его пофиги. Ну, жучка. Закосы накрыл, вот сюда. Сейчас попробую сейчас там пробежать. Да? Попробую наши пробежать, это мои. Нет, оно уже не сезон, это ж так вот. А ну белых подкинь, Сереж. А белых подкинь посмотреть. Белых. Ну белых я не гонял. Она сложновато, да? Да, 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 да. Красиво плёвки, да? Ага. Голубок. Голубка. Голубка тоже. Голубка. Вот космати белые. Не показывай, надо. А ну сейчас они уже не покажут, это... тем более ветер давит. А ну две, три под краем. Да не побудем-то. Нет, это нет. По краснорябу подвыпало старого у меня. А, да. И красноряба глупо была. Яйцо воробьиное. Воробьиное, да. Сейчас вроде обитал. Крылом красивый. Смотри, рыба. Ладно, давай. Ты молоко. Я позже еще заговорю, что осталось. А, молокатенькая. Ага. И тут она в Пашке выходит. Да, у Пашки там оттуда. Она такая, видно, что. Так у меня сила вышла, там рюкзак крылом такая, вперед кидает. А. Это по одним они выходили. Та с крылом, это вообще простенько получилось. Это вообще она, видно, что. Летчица. А то курсачана она, да? Едет. Вот это сейчас ты в руках держишь. Ну, она... В далеком, она порыбит, ну надо простенько. Похоже на курсаков. Да, да.
Ну, она тоже льотная, а это ее года 4 она меня льет. Года 4, да, той? Да, года 4. Ну, все время тут вырвут. Видишь, и не засиженная. Нет, так я только оттуда забрал, она порвалась там сидела. На порог. Ну, да, просто ближе к чистому или курсу, там. Mm-hmm. Те уже такие у меня... У тебя, да, у тебя они уже немножко переделаны, наверное. Да. Он молока, да, видишь? Вот это уже молокатый голубочек. Племенной? Да. Племенной. Ну, как тебе сказать, Сережа, вот позиция, то, что лучше копчик забрал. Ну, да понятно, что. А это же оставил, то, что осталось. Копчик, он лучший голубятник, он выбирает лучшее. Да, тут место класс. Тем более, с речки сейчас ветер. Тут, как говорят... Сереж, ну, где-то речи снимать в городе. Ну, вот да, этот, да. Вот этот голубь, Сереж, порвался с богатой голубкой, понял? Думаю, там и голубой. Ой, так больше ничего осталось. Ну, его копчик потало, да видишь? В одном крыле. А, выбитый, выбитый. Да, выбитый. А этот Пашки забрал. Пашки серьезнее птица, сложнее. А ведь же белых же шестав же зовут. Белых я мусик подавал туда. Пашки птица сложнее. Да, чудо. Кто? Він любить такий накручений, хай я буде. Сколько пар Сереж збив? 15. 15? Ну, нормально. 15. Ти ручка, а ти випускаєш сама, зараз не чекаєш. Та ну. А з-под неї чорнокринський і чорнокринський, це не на яйцях. Скажи, що це. Просто мого дружечка була жуком порована. Оде даже? Короче, далі, ага. Чернокрымский старый паровал, ну он у меня был на вывозках, отдал ему Позднюков взял пару, уже совсем другие. А Лука старшего копчик забрал, а черно... А это с под жучки с под этой? С под той жучки и чернокрымский старый. А-а-а. Это еще в городе держали. Кто надо теперь? На лед. Ну да, что три раза не кидать. Да. Сюда-туда. Голуби, видишь, не засиживаются. Да. Ну там, мы ж приехали, ты там знал, будем, не будем приезжать, да, да. Что зашел, кинул, вот они и пошли. Это не в каждом дворе так. А тут только рассказывают. Все первый выводок выпрыгнет, вообще веселее будет. Ну так, ждем вот уже. Паруется, паруется пока. Ждем уже голубят. Ну до лету, все время, вот сука сидела и вверху. Ну все такая, все по белым она вышла. По белым, да? Да, от меня. Дедушка их не был, тот был сывобок. А да вышел, ребята. Я пока зацеплюсь с ними. Сука, не это самое, это горчу, горчу. Сучина, ты видишь, она цепляется. Ну, ну и да, легкая, что. А жучка-то, да, молодец. Никто ей не нужен, сама на грибу. Сама по себе, и постоянно толпа будет стоять, чуть в сторону встанет и стоит. Да. И видишь, она чем выше, тем красивее. Да, а внизу так... вроде такая узенькая, хвостик подлезает. Ну да, вот и... Смотришь, совсем другой голубь стоит. Вот я, Сережа. Серый, а? По курсаках. А-а-а. Таша, когда шел Пашка, я забрал. Ну, я и не гонял вообще. Я ей тут все не гонял.
Что она закрыта постоянно была. Сивый космат, да? Да, космат. Сука, на этом. Ну там внимание больше уделяешь. Ну понятно, понятно. Кто это закрытый? Не хочется всех копчику отдавать. А ну понятно, для себя же надо что-то. Сейчас пора копчик позабирать. Итак, я молокатый, какие молокатики, длинненькие, ну красивые. Раз забрав, второй раз забрав, думаю, ну что, хай хоть подвечать останутся, хоть что-то. А, ручки все, блин. Пофиг, в любой ветер вылетело сама все это и вот вверху. Красивая серо-рябенькая голубочка, мне нравится. Будут такие все, что открыл, кинул и падал. Ручка, все, устала, устала. Поток больше, понял, выше. Ну да. Там может куча где-то плавится. Ну да, видно же уже в курсе. Интересно, что не пошли. Вот эта голубка не пошла. Жук, видишь, летний у меня. Там есть еще пара белых сидят, ну не на яйцах сидят. А ну не надо, не надо, зачем там пара белых? Ну белые в основном в том районе. Ручка это сейчас сюда она дойдет и наберет обратно, наверное, да? Горы. Да. Беломаха, ты его, я думаю, куда же попала? А, ты ее тут не выпускал? Не, 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 не вот выпускаю. Еще чухнет. А куда? Через дом. Ну, Паша через дом, да. Или до дочки в форточку вот сюда. Тут же дочь, а тут вот. Ты же их не отдали. А то, ну, ряд получается до речки. Тебе надо прорубать сюда выходы во двор. А вот за домом нет. Есть, я заложил ее. А, да. Летом откроется. Это место хорошее, гонять. Ну вот это одно плохо, когда это когда штып. Когда с речки хорошие, да? Штып. Штып? Южный сейчас, чисто южный. И то бывает, ее немножко разверну чуть-чуть, понял? И накрывая. Ну в городе, видишь, самое хуже, это когда запад. Вот я больше всего запад не люблю. То, что как попадает в штып, да. Самые запад. Большие потери. Запад для меня это бомба. Вот так вот берешь там. Выпускаешь, да выиграл он, удочка он стоит, он привязан. Раз, удочку и кушу. Не, у меня по всем ветрам летят, но в запад я больше всего тужурю. Тут они набирают, а самые большие потери по западу. То что ты попал, да. Да, и все. Ну, Пашка на южном, по южному поднимал. На южном жилы. По южному ветру. Дождик идет, приезжает, и Игорь Васильев спокойный. Как они летят? А я у них наперед дома. Да, туда. Пашка, когда держал тогда на южном, ты что? Я в то время как раз не держал, я в Одессе то приезжал, то насколько мне был, говорит. Я помню, Паша как толпу накидает. Любим разврат. Гонять, псих надо их гонять. Правильно, правильно. Я копчик ехать, пожалуйста. Я тогда не понимаю людей, которые голубей держат и не гоняют. Я не знаю, что, ну, зачем их держать. Ну. Пугачком разведи и все, да? Ты должен отобрать полет. Правильно, да. Так. Ну как ты голубей, если ты, ну, вот, да. Голубь должен... Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, красиво, понял, голубя. А туда подкинул. Ну так правильно, и... ну меня, ну вот жучка, видишь, она, чем выше, она красивее, да, как бы, да. Ну тут... А сейчас сложилось, она и прет. Да не, жуки тебе, как бы, линия сахарота заходит. Внимание, справа, влево, на круг зайти. Молодцы, да. Так это сколько я их не гонял? А если бы их вот так, чтобы когда вот так выгнал бы, он удочку взял, только шут и там она все. Ну так правильно, ну интересно держать, когда гоняешь. И оставляешь отбор для себя, что самое выгоненное голубя. Да, тем более, говорю, что когда спокойно можешь погонять голубей, перебрать, отобрать.
Нету никаких проблем. То люди придумывают себе проблемы, что гонять невозможно. Все можно. Ну вот я сивенький, я говорю, выпустил то, что надо. Для меня. Я и так. Ну вот это сыр. Я его по сыну подобрал. Ну я говорю. Оно будет как и тут. Лег не будет. Оно облиняет, будет голубя. Так оно сейчас облиняет. Я больше таких не буду. Облиняет, будет красиво голубя. Оно уже... Что-то вот под этого сыва. Я сыва там на яйцах. Она вот заказывает. Голубка, да. А голубя-то много. Ну, голубка же, наверное, жесткая. Да, да. Ну, да. Видишь, как-то. Ну, правильно шо. Голубь тоже с крылом. Ну, да есть, Сереж, угадал? Угадал, понимаешь? А в том году я взял распаровал. Я взял сыво с молочной распаровал, а и сыва. Ну, немножко. А вот это, а порована с этим сивом? Была порована. А. Ну, на сетку, на яйца. Аккуратненько. Ну так она дарю тут уже. Я катал. Как я говорю, пороховая. Да. Да. Этот жук выходил по козелястому. По козелястому, да? По козелястому. У Пашки козелястый голубь. Что видно, не хочу ругать, а? И голубка точно. Я вроде с подобных выходил. С одного яйца. Подзасиженный, да. Подзасиженный, да, видишь, сразу закрутился. А мы вчера были у Гриши Шамрая. Саню Шамрая уже 100 лет не видел. И я на выставке не узнал, я на выставке. То он за кролицей приезжал. За кролицей? Да. Вот воробьина тоже нравится, голубка. Ну да, она такая. Сдуло было туда, если ветер сильный был восток, понял. На Гекарске то аж до Новой Линки скинуло. Дома пришли. А то, что отсеялось, я их и забыл. Красивая, мышастая, красивая. Она такая правильно сделана. О, зависит, зависит. А как и это зуб? Они как вроде с одного покроя. А сейчас у нас с кем порована эта жучка? Вот это. Да, говори. Чернокрымский пенсионер он. Пенсионер? Да, уже ему. Сколько ему лет? Ты не знаешь, на южном я держал, да. Ну нет, вот тут вот от тебя, да, кажется? Вот от тебя еще, да? У меня уже, да, в городе. У Пашки. Жучка порована с вот этим крымачом. Ну, такой, да, шустренький. Не скажешь, что. Ну, тоже подосижу, подкручивается. Вот жука, сука, не кидай, видишь, уже подвертается. Уже. Ну, видишь. А ну, каждому голубу свою. Один не засиживается, один быстро засиживается. Копчата с молокатом порогом? Да. Молокатый такой протянутый голубочек тоже. Длинный такой голубой. Ну, чтобы то, что надо, она коротенькая такая, аккуратная. Она не первый год так порога? Да, она молодая. Да, должны. Да. У меня тут сила же выходила. Это она. Не то вторая молокатая, это когда тут очень. Так я просто наперед туда тянусь. А белых? А белых. Блин, красивые, мне нравится. Ну, не показывает этого.
сейчас чернокрымская, черная, одна голубятка сидит. Тут тоже будет чернокрымская. Ты бы накрыла было чернокрымская, понял? Гнездечка от того. Надешел на высота, ну вот, 100 метров стоит. Подходит бубновый, класс. Бубновый, да? Ну да. Хочу бубновый. Надо же, как это, фильм был про летчиков. Бой тут одни старики. Да, бой тут одни старики. Бубновый. Так, блядь, я говорю, сука. То, что я хотел себе оставить, понял? Вот уже выгодно. Он старший, получается. Он старше, да. И подошел, вот уже, выставляю. Их тогда накрыло, этих будешь, либо... Подходит, клац, и туда. В балочку прям, по месту, чтобы далеко не стоит. Ну да, туда за что ему взял и... Гулю. Гулю. Ты молока тут тоже, копчик с малой, да, Пашка? Да. Он и легкий на подъем молока тут уже. Гулю, 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 гулю. А вот окрымачка, что у меня вот эти, кстати, шпарому нашли спать. Вот тоже батя, и он сидит на дымаре. А, две середки? Ага. Вот он, кремач. Вот, пенсик, видишь, он уже взлетает, ему уже тяжело. На голубят кормят. Голубята легкие. А это же даже и беломах, это же выходило в тебя, же беломаха тоже по нему выходила. Ну, вторая, да. Вторая, да. Порували ми його з цим. Біломахи. Гулять, гулять, гулять. Ручка ніже покруче, да, уже? Раз. Ну, не да, то, що ну сложилось. Да. Ну, скидаєш, вифатила, вона, да, показує. Ну, дуже молодець. Другий раз я не відкривав. Ви її ганяєш, не ганяєш, вилетіла і погнала. Тепла нету, да, голуби плохо да. Садяться. Да. Вот сегодня жучка я отдула завсегда. Уже ж не сезон. Ну а сыви я все. Ну интересно. Интересно. Ну заходи, оставил, думаю, уже все. Уже цикл уже гонять уже. Ну хорошо. Погонял, обкатал немножко, все, пускай. Позднячок вот вообще не главное. И молока. Це і білоглазий, а це жовтоглазий. Разноглазий, кажуть. А ні, теж кажуть, це разноглазий. Вон, дівчинка взагалі нічого не показує, подивись. Не. Вони там всі. Одного нема, зараз. О, зразу голуба.